Собрались мы, собрались на великах кататься. В Аликанте. И вот, друзья, сегодня мы собрались на велике покататься. Вот сколько испанцев. Знакомый новый Дима. Привет, Дима. Привет. Вот, я давал объявление в Фейсбуке, никто не отозвался, кроме Димы. Ну и нам будет хорошо. Меньше народу, больше кислороду. О чем этот сюжет наш? О том, что мы поедем сейчас кататься просто так с испанцами. Около 2 часов будет происходить все это удовольствие. От этой точки по всему Аликанте нас будут сопровождать переодетые полицейские, секьюрити, и нам будет очень хорошо. Кажется, в 2017 году я снимал сюжет об этом, по катушках. Просто весело, комфортно, беззаботно. Ну вот у Димы какой велик хороший. Прямо путевый. Не то что у меня. Ну, Дима богатый, я-то из нищих людей. Я вот какой наворотил себе туристический. Езжу, кино снимаю. Hello. Резина у меня такая. Ну что, говорили в 12 старт. А смотри, задержка, наверное, люди еще едут. Ага. Обнаружил совершенно уникальный велосипед. Вот с нами тоже едет. Патинета. На роликах. Я прикалываюсь, спрашиваю, что за велосипед? Он говорит, ролики. Вот так. Даже люди, смотрите, едут на каких колясках. Вообще ржачно. Будем ржать, короче, весь этот наш тур. Двинулись. Поехали. Ну что, вперед! Вот тот мужик прикольный. А что у меня со сигналом? Не пойму, что у меня с сигналом. Есть у меня сигнал? Едем, едем в соседнее село. На дискотеку. А я купил себе еще для хобби доску надувную, да, по морю видел. Плавать. Ой, я тащусь. Покупай, будем ездить. Машина у меня, там сиденье складывается сзади. Без проблем. Слушай, а вот этот вот мужичок-то, который 2 дам везет, он же, наверное, крепенький спортсмен. Электрический успех. Ах ты, какой нехороший дядя! Обманул! Как я. У меня тоже электрика. Muchas veces se apunta gente y algunos se ofrecen para llevar. Да, не сезон, поэтому не так много людей. Хотя прошлые 2 года назад или 3, наверное, я снимал. По-моему, столько же было. Не помню. На видео есть. О, Серега! Вон, Серега! Серега! Серега, поехали на велике кататься! Или ты бухаешь опять? Я улетаю. А? В четверг улетаешь? Да. Куда ты улетаешь, домой, Серега? Поехал я. Совсем, что ли? Да. Как ты столько лет в Испании прожил, как ты мог совсем? Вот, что, правда, что ли? Правда. Это я и GoPro тебя последний раз видим. Серег,
Получается, если придешь... Ну тогда прощай. Прощай, друг Серега. Тебя снял в кино я. Я на знаю. Память. Я знаю. Я поехал. Давай. Увидимся на том свете. Ох, Серега, Серега. Уехали от меня из-за Сереги. А там уже шествие, музыка где-то играет. Да, я ж пошутил у него, откуда велик. Серега, завсегдатай русских баров. Я его знаю лет 11 уже. Только приехал, сразу познакомился, только в бар зашел. Уезжает домой, говорит. Все? Да. Не знаю, что он там поедет, говорит. Наверное, сегодня будем... Не знаю, маршрута не изучал. Ты не смотрел маршрут на сайте? Я не видел. Там я прочитал, что часа два кататься будем. А куда там? Ну, наверное, вот так. Это я вам рассказываю, вам, GoPro. По городу, заедем в порт, наверное, чуть-чуть. По-моему, в порт сюда, да, едет? Ну, да. Ассоциация, да, здесь есть велосипедистов. Ну и вроде они, надо затусоваться с ними. Что-то я как-то, видишь, у меня такая работа. Я сегодня свободен, завтра бац, я на неделю занят. Я не могу ничего планировать. Люди прилетели, это испанцам-то ничего не нужна, ни машина, только мотороллер нужен ездить. А наших-то надо же возить всех, они же не знают я города. Я вообще без машины никак не могу. Ну, Москва. Москва. Москва, конечно. Куда же там поедет без машины-то? На, ну да ладно. Давайте исследуем велики. У кого какие. Так, и обычные сборные, и шоссейки вижу. И полудамские. Разные. Вон девочки даже с шариками ездят. Девочки с шариками. Красиво. Ну самые крутяки это вот эти вот две. Мама с дочкой, наверное. Я их даже сфотал. Вот они крутяки, да. Сейчас гляну, что тут интересного. Разные велики, самые обычные. Да. Ничего такого экстраординарного. Ну и хорошо. Едем по городу, едем. Ты видел, сколько здесь собираются на триатлоны разные спортсмены? Испанцы достаточно спортивные. Ой, ну футбол-то вообще сумасшествие. Едем по направлению к морю и второму Эль Кортенглесу, маленькому, так называемому. Павлер,
Да, в том году, вот три года назад, кажется, по этому маршруту мы и ездили. Вот точно так же, похоже. Помню. Вот такая покатушка. Простенькая. Катаемся, катаемся, катаемся. Вот точно куплю я себе вот такую коляску. Ну просто бомба, а. Буду катать жену с собакой. Что-то потерял я Диму. Нифига себе. Вот мы заболтались с Димой. И от нас умчалась вся наша бригада. Помчались догонять. Догнать надо. Включил пятую скорость. Ох, куда они? А где мы их теперь найдем? А, вон они, впереди, вон, вон, вон. Хорошо, что они медленно едут, да? Ага. О, на самокатах с нами тут еще. И умиляюсь я с этой парой, которая едет в коляске. Я умиляюсь просто. А я кино снял, ну, всю в процессе. Сколько нас по длине, чтобы людям было понятно. У нас метров на 100-200 растянута колонна. Я дал объявление. Кто прочитал, тот прочитал. Вроде у меня еще группа есть, Аликанте, Испания. И я там дал объявление еще. И, ну, вот видишь. Ну, я бы не сказал, что наших много тут занимается спортом. Как бы те, кто работают, представляешь себе, они пашут целую неделю, да? Какой им еще велик? Они сейчас сидят, мужики бухают, отдыхают.
жены что-то там по хозяйству. То есть немного людей, проживающих постоянно. Ездят там. Пьяных вообще не едут, если ни одного. А? Пьяных здесь ни одного не видят. Пьяных нету? Ни разу не видят. Ну, бомжи сидят, бухают. Бомжи-то понятно. Но они не валяются, спят, не хулиганят вроде, и их не трогают. Какие-то панки приезжают вечерами, я снимал видео не раз, как на пляже они там тоже бухают потихоньку там. А чтоб так, да. У них как-то, у них в генах норма, наверное, есть, понимаешь? Я тоже иногда удивляюсь. Я ж помню Россию-матушку, там у нас и на скамейках, то есть перебор идет, да? Но там жесткие напитки пьют, а здесь винцо легкое. Ты можешь себя контролировать. Они в основном винцо и пиво. Редко кто пьет коньяк, там, ну, по праздникам, может. А так в основном пиво, вино же они пьют. Поэтому ты можешь доползти до дома, если ты даже вина напился. Редко, редко, редко увидишь. Ну вот, мы продвигаемся по улице Рамбла. Ла Рамбла. К морю, к порту. Вот у меня заклинила эта песня вообще просто. Едем, едем в соседнее село. Вот переклинило, и все, ты понимаешь, а? Раз 50, наверное, уже этот ролик смотрел. И вот клинит, а. Дети любят смотреть. А? Дети любят смотреть этот ролик. Где люблю смотреть? Дети любят смотреть этот ролик. Ой, у тебя какая-то штука ползает. Да? Клещ, что ли? Вот здесь сейчас. Оп. Либо на меня, либо ушел. Ты видел, что таксистам поменяли номера полностью, синие теперь у них, да? Изменили номера, вот полгода назад где-то начали менять, и теперь все таксисты с синими номерами. Надо купить сигнал, блин, прикалываться хотя бы так, какой-нибудь мощный такой. Но я боюсь людей пугать. Ну, у меня есть такой вот пипи. Ну, мне не хочется пугать людей, вот в чем вопрос. А так ради прикола вот сейчас можно было бы нажать КАМАЗовский. Такой, были бы в этом вот мощный такой. Да, 3-2 турбины, да. Их 6. Хорошая машина. Неплохая. Ну, надо было брать X5, потому что... Да что-то мне понравилось, понимаешь? Думаю, на старости лет поприкалываться. Купил. Ну, а лучше бы X5 купил. Все-таки багажник малого. Шестом удобный багажник, он высокий. Ну, да, он такой, пологий. Ну, ничего не возим же, в принципе. Но для двух великов электрических, которые у меня... прям впритык все входит, понимаешь? А пятый будет там еще наладить. Я по BMW прикалываюсь. У меня до этого BMW была 525. Я все BMW. А? Все. Я, ну, не то что фанат, но я люблю BMW. И мы продвигаемся сейчас. А куда мы продвигаемся? А, мы продвигаемся к старинным кораблям, которые пришли и стоят у нас в бухте. Сейчас посмотрим их. Надо КАМАЗовский сигнал.
Ой, хорошо нам, солнышко светит, люди улыбаются, тепло. Ох, распогодилось, смотри как-то, прям красотища. В марте купался. Ух ты, закаленный. А я стал слабый совсем человечек. На службе помню, в минус 25 по пояс голый бегал там с гентелями. Сейчас. Ну, 9 мая мы отмечаем, да. Или 1-го, подожди. Это как бы типа. Ну, типа отметка у нас. Вода уж градусов 18, наверное, будет. Вот так. А зимой что-то. Ну, эта зима прям очень хорошая, да. А я даже не знаю, какую выбрать, какая была холодная, какая, я уж не помню. Они так быстро проходят, что 2 месяца в основном даже, что ты просто забываешь. А вот велик, смотри, с центральным размещением мотора. Прикольный он. Таких что-то здесь мало я видел. В основном перед-зад. Ну, такой дамский. В каком году у нас получается океан рейсинг опять? Ой, не знаю. 2 их уже было за мою историю. Последний мне как раз присутствовал. Ага. Хорошо. Красиво так. Целый праздник большой, огромный. Да. Безопасность хорошо организована, мне понравилось вообще. Менты везде просто. Не пройдешь вот сюда через металлодетекторы. Ну и менты везде просто. Такое количество ментов. И не знаешь, что рядом с тобой стоит. В гражданке, я имею в виду. Так что. А вот они, 2 кораблика. Раньше там стоял. Нет, это другие. Это другие пришли. И сейчас можно в экскурсии пойти туда. Кажется, 11 евро на взрослого. Да, ребенку бесплатно до скольки-то лет. И я собираюсь. На следующей неделе, может быть, схожу. Ну, я служил на флоте, да. И для меня как бы по разным кораблям шлялись тоже мы. И, ну, как бы я не так меня втыкает, что ли, можно сказать. А люди, которые далеки от флота, конечно, им прикольно. Итак, друзья, возможно, это завершающая точка. Возможно, не знаю. Надо заехать туда, чтобы от солнца снять, вот так прокатиться. Показать кораблики наши. Вот это большой корабль. 16 века, наверное. И все натуральная копия. А там совсем маленькая лодочка. Вот билеты продают, пожалуйста. И туристы идут туда. Жалко, на велике нельзя ближе подъехать. Но понятно. Понятно, как выглядит, да? Хорошо. А, фотку надо сделать совместную. Вот что. Классно, да? Ну вот и все. Наша прогулочка завершилась. Ой, хорошо.
Вот и закончился наш велопробег.